Следы древних поселений, клад Степана Разина, находки уфологов, жигулевские миражи. Загадки, которые во все времена привлекали внимание исследователей к самой живописной местности на Волге. Все они собраны в одном зале. Галерея «Новое пространство» открыла выставку «Жигули. Наследство до востребования». Организаторы отмечают, слишком мало мы знаем о родных краях. Очень мало людей, и взрослых, и детей знают, в каком прекрасном месте они живут и как много интересного в этом месте. Все самые чудесные чудеса можно найти здесь, буквально переехав на ту сторону Волги и проявив немножко заинтересованности. Словно мозаика, выставка сложится из множества элементов – фотографий, фильмов, книг, инсталляций. Также для посетителей будут организованы открытые лекции по психоанализу, раскрывающие истинные смыслы представленных работ. Самарская Лука, Жигули – это наш край. И для нас, как специалистов, важно понимать, как люди видят нашу землю, историю. Соответственно, если мы чем-то можем помочь в плане осознавания, это тоже здорово. Мало кто знает, но у Жигулевских гор тоже есть своя хранительница, подобно хозяйке Медной горы. Она является повелительницей подземных пространств, куда допускает лишь избранных героев. Поговаривают, что и сейчас можно попасть в ее владение. Нужно лишь аккуратно влезть в пещеру на четвереньках. Кто проползал, находит на той стороне то, что радует сердце. Открыта выставка будет до 10 сентября. Вход свободный, а потому каждый может приоткрыть завесу тайны о Самарской Луке. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.